Ладно, ребят, короче, всем официальный привет, добро пожаловать, с вами Валера, и мы продолжаем проходить Tokyo Mirage Session, что является кроссовером между Shin Megami Tensei и Fire Emblem. Собственно, эти две серии совокупились и родили вот это. Я наконец-то закончил с теми играми, которые стримил по будням, поэтому отныне мы будем стримить Tokyo Mirage Session по будням. Время уточню позже, но, скорее всего, с 6 часов и до упора. Типа того. Так, давайте немного я вам напомню, что тут происходит. Мы находимся в Токио. 2015 год, по-моему. Я не могу сказать с точностью, я не забыл. Я не помню, вообще указывается или нет. В Токио есть, как обычно, много проблем, вы знаете. И одна из них вот как раз исчезновение людей. Узнали мы, что это делает некие миражи. Можно их назвать демонами, если вы играли в СМТ. Оказывается, есть некоторые люди, которые пытаются как-то дать отпор этим миражам, которые, в свою очередь, могут поймать одного из этого миража с помощью своего перформа, это частица души, и, собственно, используем его в бою и так далее. Эти люди могут сражаться, те, кто поймали одного из этого миража и очистили его от тьмы, и он теперь им помогает. Наш главный герой, как обычно, случайно столкнулся с одним из этих инцидентов, где люди должны были исчезнуть, и в конечном итоге мы присоединились к этой организации и, собственно, пытаемся давать отпор этим демонам, этим миражам. Однако, помимо этого, тут есть еще пару историй, что происходит уже с самими персонажами. Подруга детства главного героя, который хочет стать идолом и стала уже идолом. Исчезновение сестры Цубасы, которую мы уже нашли и спасли, с ней все хорошо. И что дальше будет, узнаем, что будет из следующих стримов. Сейчас мы пытаемся... Сейчас мы должны спасти Майку, который похитил один человек, что стал одержим, его контролирует Мираж, демоны, если кто забыл. И, собственно, мы пытаемся спасти Майку, которая является, по сути, той, кто руководит всем. Ну и мы должны пойти спасти ее в этом дальше. Однако мы сегодня не пойдем ее спасать, а пойдем, знаете где, на доп-квесты. Тут появились у меня два доп-квеста, вот с Кири и один с Тома. Да, это тот ущербный фотограф. Поэтому давайте сначала сайт-квест Кири выполним. Ицки? Слушай, Ицки, ты секреты держать можешь? Если да, я хочу тебя попросить кое о чем. Вы хотите ли принять квест Покер Фейс? Окей, походу будет забавно. Держите фейспалмы рядом. Ну, как бы, ну да, я могу держать секреты, так что да, я принимаю. Так, сайт-квест. Что случилось? Я не думаю, что это хорошая идея обсуждать это тут. Пошли куда-нибудь в другое место. Готов. А, у Лиды уже начал фейспалм заранее. Спасибо, что пришел. Ицки. Мне нужно кое-что найти. Вот, взгляни на это, пожалуйста. Кирия-сан, я не думал, что вы...
Я не спрашиваю твоего мнения. Извини. Ген-сама. Ну, это... Этот маскот. Я хочу, чтобы ты помог мне найти его. Кажется, я в Дайтаме его где-то потеряла на днях. Поэтому я могу тебя попросить, чтобы ты мне сделал это одолжение и помог найти его. Короче, оказывается, Кирара все-таки... Ну, есть в ней что-то миленькая сторона, которую мы, наверное, раскроем. Поезд зачетный у нее. Ну, смотри, там у нее трусы, кстати, видны. Бьюсь об заклад, в английской версии их зацензурят, и у нее трусов там не будет видно. Ну, хорошо. Я понял, я поищу. Ты спас прямо меня. Я отправил это, эту фотографию тебе. Когда найдешь, дай мне знать, хорошо? Спасибо заранее. Мы должны найти этот маскот, эту игрушку плюшевую для Кирара. Кстати, я посмотрю, мне на мобилку. О, а вот и на мобилку, да, действительно пришло. Так. Вот тебе фотография. Найди, пожалуйста. Окей. Так, она сказала, что в Дайтаме. Блин, кстати. Показать вам геймпад, если вы забыли, что там проходит мобильник, как будто и приходится сообщение. Хотя, по-моему, вы все и так видели. Проще пойти купить такой же. Да не, это неинтересно. Там старые, не знаю, оторванные руки какие-нибудь, и потом перешиты и так далее. Но это, ну, там воспоминания и так далее. Как бы так, так нельзя делать. Кстати, дайте я захилюсь. Секунду. Тома спрашивает, когда я смогу ему тоже помочь. Так, нам нужно в Дайтама. Ну, погнали. Пойдем поищем, где она там обронила что. Походу нашли. Короче, похоже, вы нашли то, что нашли маскот, который Кирия обронила, походу, тут на полу. Вы заполучили. Короче, маскот. Он весь потрепанный. Походу, какие-то. Походу, люди, что тут проходили, прошлись по нему, так скажем. О, блин. Может, Цубаса сможет как-нибудь его... Как это? Зашить. Походу, там что-то оторвалось. Ох, блин, это же должен быть, типа, секрет. Собака в ритм лагает. Лает. Ну, это хорошо. Короче, мы договорились тут с Цубасой. Мы пойдем сейчас к ней, она нам зашьет эту игрушку. Фу. Ну и жарень.
Так, она сказала, что в офисе вроде бы. Yes, привет, Натай. А, Цубаса сестры. Ой, Ицуки-кун. Тебе что-то нужно? Приветствую. Я слышал, что ты хорошо умеешь шить, Аяка. Думаешь, ты сможешь вот это... Ну, короче, что-нибудь с ним сделать? Это... Господи, в каком он состоянии? Ицуки-кун. А разве не будет лучше, если ты сам его... починишь? Будешь шить. Что? Ну, не знаю. Это лишь предчувствие, но я думаю, что так будет лучше. Да нормально все. Научу тебя, как это делать. Так что, позволь мне сейчас инструмент взять. Она хочет научить меня шить. Так, Иски зашили этот маскот вместе с Аяхой, который научил его, как это сделать. О, господи. Ну, как выглядит? Ну, я думаю, что он замечательно выглядит. Ладно. А почему нам не поспешить и не вернуть его обратно? Постой, вернуть? А как ты узнала, что он не мой? Назови это женской интуицией. Да, женская интуиция, это такое дело. Ладно, тогда я думаю, мне... Хорошо, тогда я думаю, мне стоит идти. Спасибо большое за помощь. Окей. Мы его починили. Как же хорошо. Причем довольно изи. Так, мы с Кири общаемся. Что такое? Окей. Она сказала, что должна быть на том же месте в городе. Ну, окей. Пойдем отдадим. Вроде бы ничего такого. Сверхъестественное. Ну, блин, нравятся мне вот такие житейские квесты, скажем так. Прям как в Ведьмаке там. Ничего не происходит, просто пошел и взял сковороду из дома. Вот и тут. Нашел игрушку. Зашил ее. И все. Отправи смс, чтобы она к тебе зашла. Но, может, позже я смогу. Мечтать не вредно. Хорошо постарался, Ицуки. И спасибо. Я ценю это. Да, ничего. Что-то не так? Что случилось? На самом деле... Или он всегда был... Типа, что постоянно нечто подобное происходит? Типа... Ну, наверное, про игрушку. Типа, оно всегда было... нет. Всегда такое происходит, когда его обороняешь. Он может быть в плохом состоянии, когда его снова зайдешь, найдешь. Ладно, возьму первое. На самом деле...
На самом деле он был в довольно плохой форме, когда я его нашел. Ген-сама. Ген-сама. Ицки-га наосите куретано. Ицки, ты его зашил. Гомен назай. Катэ на кото шичатте. Мне очень жаль. Я без спроса сделал это. Бецни мэвак жанай. Да ладно, ничего такого, это меня не беспокоит. Не, Ицки. Слушай, Ицки. Ватаси, цуги но лайву де утау синкёк га умаку итте накуте, чотто наянде танда. Ген-сама но котому кининатте таси. Я не была особо в настроении, потому что моя новая песня для следующего концерта плохо идет подготовка, ее подготовка. И я беспокоилась еще и об этой игрушке. Аната га Ген-сама у мицкете курете. Ген-сама. Наосите курета. Но ты нашел его для меня и даже зашил его. Коре о нигитте иру то, фусиги на кимочи га ваки агатте куру. Коно кимочи о ута ни носереба, китто. Когда его держу, какое-то таинственное ощущение пробуждается внутри меня. И если я вложу эти силы в свою песню, тогда я уверена, что я... Все почему? Потому что у меня продюсера нет. Ничего, скоро будет. Так, Курона, Кирика. Ее душа дошла до новых высот и пробудилась новая сила, скажем так. Вдохновление. Ее вдохновление раскрыло скрытую силу перформа. Перформа сам в нее. Yes. Хорошо. Ицки, цуги но лайву, зеттай мини кинасай. Хито ази чигау стейджи о мисете агеру. Ицки, чтобы обязательно пришел на мой следующий концерт. Я тебе покажу такое выступление, что будет отличаться от всего, что ты видел раньше. Прокачка? Ну да. Об этом нам говорили, когда мы... Так, что у нас тут? Новый Radiant скилл для Кири доступен. Окей. И Чики... Чики говорит, чтобы мы пришли к ней и открыли новый Radiant Unity. Radiant скилл. В Radiant Unity. Господи. Запутаться можно во всех этих сраных терминах. Чё-то все... Так, Ниблер, тут же происходит полный писец. Вырвались... Точнее, появился гидросфера, вырывается тьма. Как бы я должен сейчас пойти, по идее, по сюжету и проходить. И спасать людей, которых похитил фотограф. Но я решил заняться доп-квестами, чтобы прокачаться. А то я, оказывается, их в Intermention не... Intermention... Не помню, как он там точно. Ну, Intermention называется. А, я его, короче, пропустил. Кто-то на нас уставился. Так, что происходит? Она что, сталкерит, что ли? Дамедаю, Саря. Уничан-то накаюку наритай нара. Митеру даке жа накуте ханаши каке найто даю. Нельзя так, Сайра. Если ты хочешь подружиться с братиком, ты не можешь просто на него вот так пристально смотреть. Ты должна поговорить с ним, как надо. Усиро кара... Митэ иру даке жа даме нано.
А чё? Смотреть на него с расстояния мне нельзя, что ли? Гораздо веселее поговорить с кем-то непосредственно. А ты? Так же думаешь? Хороший вопрос. Ну, я тоже так думаю. Лучше, наверное, взять и поговорить, чем... Да. Второе было, типа, ты можешь смотреть на меня, наблюдать. Ну, если ты не против, то я бы предпочел разговор. Поняла. Сайра, мираж, что использует... темную магию. Она немного странная, но когда дело доходит до магии, ее не остановить, не победить. Ты Мираж Кири, верно? Да. А я Аои Ицуки. Приятно познакомиться. Приятно, взаимно. У меня на лице что-то? Доки-доки Кирия га аната но ханаси ва сите куру кара. Скоси ки ни натта даке. Просто Кирия говорила о тебе. Просто Кирия разговаривает. Нет. Просто Кирия рассказывает о тебе частенько. Мне было интересно. Кирия-сан? Кирия-сан? Китай стейру ва. У меня большие надежды. О, нет, у меня большие ожидания с твоей стороны. Я ценю это. А, нет. Я была бы очень признательна тебе, если ты помог Кири. Иногда она безрассудная. Ну, я знаю, что Кирия спасла нас несколько раз и впредь будет, но я действительно не думаю, что я смогу чем-то ее помочь, чем-то ей помочь. Рассчитываю на тебя. Чтобы Сайра разговаривала вот так, это довольно редкий случай. Обычно она очень тихая. Во как. Китто Сайра му Ицуки о-ни-чан ни кёуми шин-шин нан да то уму. Да, я думаю, что Сайра думает, что ты довольно интересный. Ицуки. Она заинтересовалась тебе. Ну, это хорошо, что она во мне заинтересовалась. Тебе стоит приходить сюда разговаривать, пытаться разговаривать с ней время от времени. Окей, без проблем. Привет, Димитро. Здорово, здорово. Ну, как бы на Ютубе, да, будет все, что ты пропустил, но, как бы, пока что ничего не было, мы только сегодня начали. Точнее, начали продолжать, наконец-то. Потому что до этого стримов-то особых не было. Был вчера вечером, где мы тупо фармили. Вот, так, тут Радиант... Радиант... Юнити. Новые открылся для Кири.
Сейчас мы откроем довольно сильный навык, который использует песни. Так. Вот она. Короче, ты пропустил только начало, хотя, наверное, мы уже завершаем квест Кири с Айдовой. Икуё! Радианто Юнити! Сорио! Кирия! Кокеагаруайо! Стадам! Окей. Юнити ультра хардкор. Это кукла. Ты привязалась еще сильнее к этой игрушке, чем раньше? Или это просто мне кажется, а? Тебе кажется. Ну, я посмотри ты только на себя. Ведешь себя как школьница. Вместо холодной, ну, стала миленькой. Кирия, заткнись. Мы ее сделали добрее. Ну, ребят, ну вы поняли, тут еще пару сайд-квестов, и мы затащим ее в постель. О, новая песня! Блин, офигенные слова в этой песне. Они реально не тупо от балды написаны, а действительно со смыслом. Если вам интересно, о чем пелось, и вы нифига не поняли, что я могу, конечно, понять, то я вам сейчас расскажу. Привет, Сэйди. Слова, собственно, говорили нечто подобное. То, что она до этого была непризнанной, она до этого находилась как будто в лабиринте. Она чувствовала себя одинокой, однако она встретила каких-то людей, то есть нас, скорее всего, и увидела свет в конце туннеля, можно перефразировать. Увидела их улыбки, и она не хочет больше быть одной, быть в этом лабиринте, хочет выбраться наружу, разделять улыбки со всеми, и больше ей ничего не надо. Вот такие вот слова. Итак. Ладно.
Эй, топики проверяли? Там народ пишет, что Кирия прямо зажгла больше, чем когда-либо. Это да. Сегодняшнее выступление было просто удивительное. Она казалась более энергичной, чем обычно. Слышите? Вы ж не думаете, что она парня себе нашла? Не-не-не-не-не, я сомневаюсь. Никогда не было подобных слухов вокруг нее. В конце концов, она же одинокая рыбешка, скажем так. Ну, я думаю, что сегодняшней Кири можно было... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. С возвращением. Отскаре-сама. Спасибо вам за усердный труд. Оматасе. Извини за ожидание. Отскаре-сама. Там, походу, что-то попутал. Хорошо постаралась. Не. Слушай, ну как? Ну, концерт. Так. Он был лучше, чем раньше. Сегодня было все просто замечательно. Чья-то разница в этих ответах почти что нулевая. В первом мы можем сказать, что лучше, чем раньше. Во втором, то, что он был замечательный сегодня. Окей, свобода выбора. Ну, лучше, чем раньше. Ну, было лучше, чем в прошлый раз. Ты правду говорила, когда сказала, что сможешь лучше. Думаю, что да. Знаешь что? Знаешь, сегодняшний концерт прошел так хорошо, потому что ты, Ицки, починил Генсам... Ну, я имею в виду моего маскота. Ну, я рад, что я смог тебе помочь. Интересно, этот костюм зацензурили в английской версии? Скорее всего, да. Слушай, Ицки, что ты думаешь? Ну, насчет моего маскота. То, что у меня есть подобная вещь, я постоянно ее с собой ношу. Это не особо подходит моей личности. Как бы... Нету никакого отвращения ко мне за такое. Чё тут цензурить? Ну, кто знает, там свадебное платье зацензурили, где была видна грудь эта. Вот как тут. Так что, кто знает, и ту, и это могут. Так. Первый вариант. Я думаю, что это мило. Второй, это то, что было интересное откровение. Ну, я думаю, что это мило. Кирия-сан-ни ю-но-мо нан-дес-кэдо. Ко-ю-но-га-ски-на Кирия-сан-мо ка-ва-и-то-мо-и-маш-та. Кирия-сан, это немного странно. Я чувствую себя немного странно, что говорю тебе это лично. Но я думаю, что тот факт, что тебе нравятся такие вещички, это миленько. Чё? Сорени, ано маскотто, нандака, букиёна канжига, чотто Кирия-сан ни нитеру на тте. Ну и этот маскот, на то, как он неуклюже выглядит. Почему-то я, когда впервые посмотрел на него, он напомнил прямо вас, тебя. Но...
バカ野郎。ну ты дурак. すみません。извини. あんなの別に好きじゃない。形見みたいなもの。Ну, не то, что как бы я получу удовольствие от того, что у меня есть и так далее. Это как вещичка на память. Котоми? Вещичка на память. Если не путаю. それじゃ打ち合わせがあるから行くわ。Ну, ничего важного. Ладно, у меня встреча, которая скоро у меня должна быть, так что я пойду. Увидимся. Окей. Работу выполнили. Так, окей, навыки. Окей. Какой-то лабиринт там открылся. Ну ладно, не важно. Мы ей, значит, маскот зашили, но у нее встреча. Ну, блин, ну, она же идол, там, все дела, ну, как бы. Ей как бы не до этого было. О, сайт Стики появился. Даже не знаю. Блин, я планировал с Томой сначала пойти, раз он открылся. Но теперь, когда я вижу Чики, я даже не знаю, не знаю. Кого мне выбрать? Чувака? Чувака, там сентай будет. Спойлер. Просто я видел его в ролике. Хотя, может, это не он будет, но, скорее всего, он. Или потусить с няшкой Тики. Вот в чем вопрос. Что думаете? За что возьмемся? За Тики? Решил поменять бро на какую-то воображенную мою лалю? С радостью! Меняем! Нафиг его! Братик Ицуки, у меня к тебе кое-что есть. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня проверил. Ты послушаешь мою просьбу? Так. Чики. Жена какая-то. Окей. Конечно. Бери мужика. Спасибо. В конце концов, я же не могу покидать этого места и выйти наружу. Человек, с которым я хочу, чтобы ты пошел встретился, это Чики Мепи. Короче говоря, Чики. Окей, ладно. Ладно, потом проверю, что это значит. Чики Мипи. Типа, Чики моя жена. А, моя вайфу можно, кстати. Ты чё, женой стала, что ли? Ты чё, женой стала, что ли? Да нет, ничего подобного, это как имя, ну как бы никнейм. Вот и все. Талоид Чики. Этот человек пишет песни для. Используя уталоида Тики.
И в интернете ко мне относятся как к богу. Или типа того. Это круто. Ой, сейчас пойдут, наверное, издевательства в сторону Мику. Ну, знаешь, что-то в последнее время они песен вообще не пишут. Не делают. Не пишут. Чикиоме Пи на кёку, ватаси мо таносими ни штета кара, кью ни кёку о цукуранаку натчатта но га симпай де. Чики, моя жена, я ждала с нетерпением новых песен, чтобы они написали. Но что-то они полностью остановились, и я беспокоюсь о них. Понятно. Соно Пи это и кто сагаште куреба инда не? Понятно, значит мне нужно пойти найти этого Пи. Аригато, они-чан. Да, спасибо тебе, братик. Рассчитываю на тебя. Чикиоме Пи ва чики но шиилу га хараретта ноутопасокон о цукатте ицумо кафе де саккёку штеру тте убаса да ё. Я слышала, что ITP использует ноутбук, на котором стикер Тики находится. И я слышал, что композитор часто зависает в какое-то кафе каждый день. Кафе-ка? Продюсер женушки Тики. Примерно так это можно перевести. Хотя вот нагуглил, в английской версии они просто перевели как Тики май вайфу. Кафе. Хорошо, я пригляжу за этим. Сейчас я тебя обосру. Так что будьте осторожнее. Чё там, Тики? Меня хочет. Я понял. А, она мне даже послала... А, нет, это старое. Я сорян. Я прочитал старое сообщение, где мне Тики написала, что... ей нужна моя помощь. Что? Да, я понял. Так, Тики. Окей, очень интересно. Где-то в городе. Ну не знаю, можно отсюда начать и потом уже посмотрим. Пройдемся по кафешкам. Так, что-то тут ничего. А, о, нашел кафешку. О, и нашел место, где сайд-квест. Так. Тут недалеко. Это дело. Вот оно. Ну, давайте найдем этого композитора. Так, стикер с Чики должен быть. Что-то я никого не вижу. Серьезно, чувак, я тебе говорю. Это должна быть Чики. А? Эти люди? Эти школьники. Какие-то. Ариенедаро, что на меномайде киечаунанте. Да это невозможно. Как может кто-то просто вот так взять и исчезнуть в воздухе? Ицки. А, что на киетатте? Я слышал. Оре митан датте. Цукиоме Пи га 106 но чикаку о немусоу намеште аруитете са. Я тебе серьезно.
Я видел, как Тики женская продюсера, ладно, Тики Пия ходила вокруг 106 и вся была такая сонная. Чё? А потом внезапно, без следа, пропала. Это было как появление духа, что ли. Да, конечно. Интересно, неужели Тики уже, скажем так, ушла на пенсию? Блин, я был ее самым большим фанатом. Теперь никто не пишет песни для нее. Бывает, бывает. Кром, а что ты думаешь? Наверняка я ничего не могу сказать. Однако, 106. Исчезнувший дух. Вот это меня немного беспокоит. Давай, пошли. Там же находится идросфера в 106, в конце концов. Окей. Насчет того, что Чики там или кого-то подобного на Чики видели. И Чики очень рада, что я продолжаю ей помогать. Окей. Ладно, погнали. Не могу быстро телепортироваться. 106. Сюда. И, походу, нам придется в данжене что-то искать. Интересно, что же это может быть? Какой-то мираж, который выглядит как Тики? Или неужели как-нибудь мы все-таки найдем способ, чтобы она появилась в реальности? Это было бы круто. Да, кроме... Я бы присел с ней. Ну что? Кром, что-нибудь чувствуешь? Хм. Это слабо, но я чувствую человеческий перформанс. Что это такое? Что случилось? Я не знаю наверняка, но я ощущаю присутствие еще кого-то тут. Причем очень сильного. Что за... Ико, Кром. Нам лучше быть начеку. Пошли, Кром. Окей, погнали. Чики, хватит мне писать. Сейчас мне... Я разбираюсь с твоей проблемой. Так. Ощущает присутствие кого-то. Ну, я даже не знаю, куда мне идти. Посмотрим. Пойдем, куда глаза видят. Я не знаю, где можно идти. Хотя стоять сейчас... ладно, сейчас не могу. Может, в сообщениях мне что-то написали, я не обратил внимания. Так, Дзио тут сработает. Четвертого уровня, ваншот, всех. Тут даже бить нечего. Эй, народ, вы там живы, не? Что-то вы замолчали внезапно. А, я же могу тупо карту проверить. Так. Сейчас я быстро проверю этажи. Странно. Ни на одном из них ничего нет. Хотя вот. Не, ну это реквест от
от демона какого-то. Понятно. У меня почему-то есть предчувствие, что оно, наверное, на последнем этаже. Это вот еще на четвертом что-то, походу, есть. Окей. Попробуем четвертый этаж. Блин, на четвертый я сразу не могу идти. Окей, нет, значит нет. А, во. Тут недалеко, к счастью. Блядь, ты это о чем? Ой, куда я иду? Да, как я и думал. Кто это? А, よかった. Кто это? Да, не, бля, как весь телепорт, который ты открываешь. Ну, как бы, вначале его нету, потом открываешь, как его исследуешь, может телепортироваться. А, хорошо. Человек. Прости. Но не знаешь, где я нахожусь? Этот ноутбук. А вы, случаем, не Чики Пи? Хай. Да, именно. Масака, я не ожидал, что вы будете девушкой. Потому что слово «жена» в фразе. Я думал, что вы как бы будете... Ну, Чики все равно моя вайфу, если что. Моя любовь переходит все границы полов и измерений. Хорошо, хорошо, нормально. Привет, Стратеги. А ты здесь уже был? Да, я тут был. В этом я был даже. Я услышала голос. И казалось, что он меня звал прямо. И когда я пошла за ним, я ощутилась в этом странном, непонятном месте. Так. Вы рассказали, где и выход. Отсюда ты сможешь без проблем выбраться. Выбраться в безопасное место? То есть ты хочешь сказать, что сейчас мы не находимся в безопасном месте? Да. А, значит, это место все-таки было опасно, в конце концов. Ну, я могу тебя провести дальше, если ты боишься идти одна. В этом нет необходимости. Я добралась до сюда, так что я без проблем смогу вернуться обратно. О, хорошо. Спасибо, что спас меня. Неизвестный добрый человек. Ну что ж, ладно, я думаю, я пойду. Какая-то... ну... уверенная в себе... такая вот похуистка, я бы сказал, извиняюсь. Да, она довольно... эксцентричная. А, Кром? Я, коко ни кюру тачу, мяу на кэхай о канжитан да. Хм, пока мы шли... когда мы пришли сюда...
Мне показалось, что я почувствовал присутствие какого-то... какое-то странное присутствие. Может, мне просто показалось? Мне кажется, что тут что-то не то еще. Зачем ей наушники? Что ты меня спрашиваешь? Она писательница музыки для вокалоидов, так что, скорее всего... Чики, что там? Тоникак, Блюм Палес, идти мирю ка? Тихие. Интересно. Что все это значит? Я думаю, что нам стоит вернуться обратно в Цветущий дворец и посмотреть, как она там. Она же композитор музыки. О. Привет, Original. Окей. Странно. Я думал, какой-нибудь сейчас босс-файт будет или типа того. Но нет. Ничего подобного. Ну, нет, так нет, ладно. Так, возвращаемся на первый этаж. Ко входу и валим отсюда. Идем к Тике. Может, нам сейчас песню с Тики покажет? Но рано или поздно должна быть одна песня, как минимум с ней точно. Хотя, может, будет и не одна. Я надеюсь. Чем больше, тем лучше. Так, вернуться в Форшин. Нет, так не сойдет. Чики, что случилось? Ну, мне кажется, ее занесло. Стоять и смотреть, что будет происходить дальше. Давайте посмотрим, что будет дальше. Может, мы спалим еще что-нибудь забавное. Я подожду и посмотрю, что будет дальше. Не работает. Братик, это как бы, ну, это, ну, не то, что показалось, как бы, только что тебе. Ну, она упаривается. Ну, она тут одна же все-таки сидит. Ну, почти одна. Иногда некоторые другие миражи приходят, но это особо ее не спасает. Да. Слушай, а что происходит-то? Что делаешь? Как бы... Смеяться не будешь? Не буду. Типа хз. Не буду смеяться. Обещаешь? Ну, я практиковала форму Карнейджа. Как превращаться. Дую буду. Зачем? Ну, я подумала, что если я приму форму Карнейджа, как все остальные, то я смогу сражаться на вашей стороне и, ну, спасу Чики Жонускую, продюсер.
聞いてると元気になれるんだ。だから恩返しがしたくて。Её... Чики, жёнушка продюсера, когда я слышу её песни, они всегда постоянно меня взбадривают. Я хочу как-нибудь ей отплатить. Чики. Чики. Обязательно, ну как же без него? Я тоже хочу сражаться. Я хочу сражаться вместе с вами. Я хочу стать частью твоей команды, братик, скажем так. О, аж три варианта. Мы уже сражаемся. Мы уже вместе, как команда. Или что ты несешь? Мы же уже как бы команда. Тики, а разве мы не уже команда, что работает вместе? Что? Есть некоторые вещи, которые только я могу делать, а есть некоторые вещи, которые только Тики может сделать. Я думаю, что истинные эти участники команды являются те, кто дополняет друг друга. Правда? Я действительно очень полезна тебе, братик, и всем остальным. Конечно. Ты сражаешься ради нас тут, Тики. Поэтому, если ты не будешь принимать форму Карнейджа, все нормально. Понятно. Ну ты прав. Хорошо, тогда я продолжу делать то, что я лучше всего могу сделать. Я постараюсь. Спасибо, братик. Да не за что. Окей. Эй, а песню не... Блин. Так, я получил какой-то скилл поддержки. Как выглядит форма Карнейдж? Ну, когда будем в бою, увидишь. Ну, собственно, вот. Да, ну, забавный квест, и это лишь начало, мне кажется. Как минимум, продолжение должно быть, потому что что-то как-то... Ну, мало. Ну и плюс, тут будет со всеми много разных квестов, которые действительно дают какие-то бонусы в бою и так далее. Так, ладно, давайте небольшой перерывчик.